Пол-третьего, ребятки, офигеть. Поздно. Спим долго, на работу. За бортом ноль. Так. А, билеты ЖД Москва-Тихорецк. Недорого, заебись. Так, мне надо 15 число, да? Так, плацкарт до и число. Блин, а как мне найти число 15? Приветики, мои красивые. Нет, или знаешь, как раньше картинки были вот этими... Оборудованы порт. Правда, никто уже не мастерит для этого специальные скамейки. Навозом их не об... Билет ЖД Москва-Тихорец, 15 число, плацкарт. Нафиг мне из Тихорецка, мне надо из Москвы. Москва, Тихорец, ЖД, 15 февраля. Так, а утром нам не надо. 21:50, 23:00. Чё за хуйня, 12 000, блядь, чё за ебанутый? Короче, вот 14:40 надо уехать. И там буду на следующий день, в субботу, 17:50. Нормально самое то. У меня нет. У меня дома машина ВАЗ-2109. Здесь Шкода Рапид рабочая. На каком лучше ехать, на верхнем или на боковом? Я волосы отпускаю. Ребят, кто ездил в поезда, боковое, нижнее, нормальное место или лучше наверху?
боковое нижнее, спасибо. Напиши свой номер телефона, может, в личку. Ну ты мне напиши что-нибудь, я тебе отвечу в личку. Так, боковое нижнее, да? Нихера себе, блядь, цена. Блядь, дорого, блядь, нижнее, блядь, на косарь, пидорасы. Боковое нижнее 2300 стоит, боковое верхнее 1400. Придется наверху поехать, косарь сэкономить. Я привык уже спать. Я наверху спать не боюсь, я в общаге 3 месяца проехал. Я в общаге чу-чу на верхнем ярусе, блядь. Так, все. А как заказать? 11-й вагон. А, есть еще эти верхние в купе. Ой, ну верхний в этом. Я до города Тихорецк. Домой гость. А, тут тоже ценники ебучие. Пидорасы, блядь. Ну ладно, хуй с ним. А если не успею, билет можно потом забрать? Куда ехать собрался-то? Крылов. Сергей. Сергеевич. 18. Паспорт. Россия. Блять, я уже забыл. Хотя паспорт уже часто, блин, за последнее время у меня. Привет. Здорово, розетка. Да. Привет. Здравствуй, это все ты? Да, тот самый человек, который с тобой общался. На аватарке не узнать. Да, 0307. Серьезно, что ли? Че? 50... Меня не узнать на аватарке. Ну, как всех, кроме меня. Это я свою фотографию ставлю, не обрабатываю. Что ты не обрабатываешь? Фотографии на аватарке. Ну, так, ты еще у меня в ВКонтакте не видел фотографии. А? Я говорю, ты еще в ВКонтакте у меня не видел фотографии. 338. Ох, еб... Много. Что делаешь? А? Что делаешь? Проверить и билет покупаю. Куда? Постельное белье плюс 161 рубль. А ну ты зачем? То белье? Да. Мне же сутки ехать. А, я думала, для бабы. Для бабы? А, да, а ты куда собрался вообще? Домой. Ну, понятно, куда? В Москву, в Питер, там, не знаю. Краснодарский. Краснодар? Да. Нехило, нехило. Я знаешь, где вчера была? Где? В Воронеже. А, круто, я там тоже один раз был. Бывает. Блин, а может не заказывать, может так можно будет купить? Можно будет и там купить. Что ты тупишь, мальчик? Сейчас позвоню, спрошу. Потому что там, в принципе, этих мест валом. Вот именно. Тупишь, мальчик? Чего? Мальчик.
вопрос по авиабилетам, нажмите 1. Если у вас вопрос по билетам на поезд, нажмите. Прошу внимания, что в... Что? Я сильно усну. Девушка, что ваше фейс? Что с ее фейсом? Нет, Оля, это еще не моя подруга. Где Брови? Я не твоя еще, да. Ух ты, азиат! Покажи мне. А? Покажи мне. Кого, азиата? Да. Он какой-то дрыщ какой-то. Че, я собачек люблю. Вот, вот красивая машина там стояла. Классная. Да, их тут знаешь сколько. По ну, сравнению да, с... Где бро? Че, вы доебались до Брови, я? Сука, я ее убью. Ебать, ты страшная, на себя посмотри. Народ, какой вы дикий, я не могу. Я тоже страшный, чё это? Я покрасивее, чем ты, блядь, 100 раз, нахуй. Ладно, давай, не надо мне тут гадости говорить друг другу. Ты такая нежная, королева снежная, распустила волосы по белым плечам, по белым плечам, распустила волосы, но не слышно голоса, потому что заняты губы у тебя, ты идешься. Красиво поешь. Ага, у меня и голоса-то нет. Не рассказывайте мне тут басни Крылова. Серега, слышишь? А, здорово. Ты видишь или нет? Ну ты завис. Ты завис. Че за фигня? Почему завис? Вроде нормально все. Да ну, мне не обязательно. Мне не обязательно. Короче, слушай, ты же вчера говорил про то, что домой собираешься. Блять, вот я вчера скосипорил нахуй, забыл, что, короче, у нас тут парень съехал через комнату. И сейчас «Газель» непременно едет прямо в Краснодар. Ну, уже ты явно точно не успеешь. Просто я, блин, сейчас только зашел в комнату, ему помог вещи поднять, загрузить в машину грузовую. А она с Краснодара, сам пацан тоже с Краснодара. Не, братуха, мне в пятницу тачку надо сдать. Что? Мне вещи надо собрать, и машину собрать. А, понятно. Мне еще доработать надо до пятницы. Не, ну все равно спасибо. Да я просто, блин... Смотрю ты там, я только зашел, смотрю ты там в прямом эфире, думаю, блин, я ж вспомнил, что ты домой там собирался, думаю, позвоню, сообщу. Уедем на обочине. Ну, понятно. Короче, ты сейчас до вечера отрабатываешь и все? Не, пятницу. Ага, аж в пятницу, да, блин. Я подумал, ты уже домой собрался. Тачку сдать надо. Да ты к на ней едь. Да, блядь, 1600 плати, да? Жесть. Пять, я заказ чуть не про... Ладно, Серег, тогда не буду отвлекать тогда. Если что, пиши, звони, как говорится. Давай, от души спать. Давай. Вот, видите, добрые люди. Не то, что тут ругаться между собой. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется.
Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Так, пущу вам девочку на растерзание, только не сильно. Ну что, поехал? Я слышал разговор, когда общался со своим другом. Да ладно? О, ротвейлер, сука, у меня ж был ротвейлер, блядь. У меня умер ротвейлер, козёл. Я угорала даже, мне смешно было. А? Мне смешно было, как ты с ним разговаривал. Что смешно, вон ротвейлер пошел. У меня просто дома был ротвейлер. Пока я был на доме 2, он умер. Мне жалко. Малыш, 5 лет было малышу моему. Бося. Бося маленький был. У меня кот был. А? Тоже умер. У меня котик был маленький, тоже умер. Котик фигня, вот собачка у меня была. Ну, про собаку не спорю, конечно. Ротвейлер. У сеструхи, блин, был ротвейлер, 1.5 года умер. Я потом захотел себе купить. Я себе купил, и он у меня умер. Просто мы с тобой слишком разные. Блядь, я куда-то поехал, куда мне нахер не надо было ехать. Дождь, слякоть, сейчас будет пиздец, а не езда. У тебя спросили, а кто с тобой разговаривает? А? У тебя там девочка какая-то написала, а то это... Короче, 2 сплошные нарисуем. Во. Хочешь ехать? Короче, надо на ТТ позвонить, узнать за билеты, чтобы я не просрал на 14 часов. Нет, почему? Я смотрела когда ТМТ, ну, про вас, дом 2 ваш. А я все время возмущалась. Что? Я когда смотрела дом 2, ну, я как бы все время возмущалась. Молодца. Чё ты возмущалась-то? Такое ощущение, что я там тоже была. А? Я уже такое ощущение, что я там тоже себя представляла.